Чем дальше в лес, тем больше дров. В народной истине в очередной раз убедились сотрудники финансовой милиции Новополоцка, которые проверили один из лесхозов Витебской области. В 2018 году предприятие заключило договор с рядом фирм на поставку древесины. По условиям контракта сырье лесхозы должны были отгружать лишь после того, как с ними полностью рассчитаются заказчики. Так сказать, утром деньги, вечером стулья. Но по информации ДФР, мужчина не раз давал поручение отгружать древесину еще до того, как деньги за нее поступали на расчетный счет предприятия. Более того, охотно лесхоз сотрудничал и со своими должниками, которые и ранее не рассчитывались за поставки. Их долги к тому времени уже превышали более 25 тысяч рублей. В январе-феврале 2019 года по указанию руководителя данного лесохозяйственного учреждения осуществлялся отпуск древесины по в нарушение действующего законодательства по более низким прескурантным ценам, а не как было положено по биржевым, чем причинен ущерб в размере 17 тысяч рублей. Как подсчитали сотрудники ДФР, всего из-за сомнительных решений лесхозу был причинен ущерб в размере 44 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о привлечении управленца к уголовной ответственности.